Приветствую вас, ребята, комрады, комрадши и комрадята! Вы на канале кладоискателя Нархотурист, и, как вы поняли из названия, подошел к завершению один из конкурсов, который я проводил на своем канале в честь 3000 подписчиков, которые собрались здесь вместе со мной. Конкурс заключался в том, что нужно было угадать, в какой день на моем канале наберется 3333 подписчика. И этот день настал! Давайте, друзья, посмотрим, как же вы ванговали, на какие именно дни были ставочки. Вот он наш крест Киевской Руси, а вот они, ваши ставочки, друзья. Самый оптимистический прогноз был сделан на 2 ноября. В ноябре куча прогнозов, в декабре тоже. И несколько еще в январе, один в феврале и один 3 марта. Вот. Так что, вот кучность у нас такая, вот 31 мне на Новый год человек пожелал, 3333 подписчика. Ну, а в основном все ставили вот здесь вот, ноябрь. Ну, видите, много людей на декабрь. Но давайте же посмотрим, кто победил. Итак, друзья, поздний вечер, 10 декабря, и вот у меня на канале 3333 подписчика. Давайте же посмотрим, кто у нас угадал. И скажу я вам, что таких людей я уже посмотрел. Такой человек не один. Так, тут у нас рекламка. Рекламка нам не надо. Так, и просмотры нам тоже не надо. Так. Комментарии. 186 комментариев. Вот, смотрите, 10 декабря, Татьяна Якимчук, но, друзья, было это неделю назад, и что интересно, сейчас я вам покажу, месяц назад Татьяна Якимчук ванговала у нас на 30 ноября, так что хотела немножечко схитрить. У нее это практически получилось, так как, смотрите, оп, 10 декабря, 3333, поиск реликвий и украшений Украина. Кстати, тоже изменено. И этот прогноз был сделан 3 недели назад. Но рано радуешься, товарищ с канала «Поиск реликвий и украшений Украина». Смотрите, Александр Родик месяц назад дал свой прогноз. 3333 подписчика буде 10 грудня 2017 року. Також Олександр у нас дав одну вірну відповідь по поводу у нас розыгрыша динария, а именно, а не помню, если честно, по-моему, второй коп он угадал 4 монеты. Вот. Так что, Александр, я тебя поздравляю, ты у нас первый дал правильный ответ.
Вот. С тобой я свяжусь обязательно. Даже давайте прямо сейчас Александру ответим. Так. Поздравляю. Вы угадали. Ответить. Вот так. Получает у нас Александр. Получает у нас Александр. Безвозмездно. Крест Киевской Руси. О! Вот я его нашел в этом видео. 11-12. Вот он, наш крестик. То есть... Лагает интернет, поэтому показывать вам не буду. Вот такой вот крест периода Киевской Руси 11-13 века. Все, Александр, он твой. В ближайшее время с тобой я свяжусь и тебе его за свой счет переправлю по территории Украины. Вот так, Александр Родик, победитель нашего конкурса. Ну что ж, еще раз поздравляю победителя конкурса Александра Родика. Вот тезка, этот крестик отправляется к тебе. Кто проиграл, не отчаивайтесь, конкурс не последний, подарочки, как видите, у меня всегда находятся. Так что, друзья, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте мои видео. Все, до новых встреч, всем удачи, классных находок, но пасаран!